Всем большой привет, с вами Ольга, и в этом видео хочу вам рассказать о своих покупках косметики Oriflame по седьмому каталогу. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Первое, с чего хочу начать, это взяла я новую туалетную водичку. Вот так вот выглядит коробочка. Это новая туалетная водичка, была с ароматизированной страничкой, называется Imagination. Вот так вот она выглядит. Такой вот зелененький, красивый, точнее флакончик прозрачный, зелененькая водичка. Там сзади, получается, нарисованы цветочки. Крышечка, ну, в общем, достаточно красивый, но простой флакон. Очень мне понравился этот запах еще на страничке в каталоге. И я нисколько не разочаровалась, получив эту водичку. Вот она была полностью полная. Вот это примерно за 2 недели использования я ее уже столько на себя вылила. Пользуюсь ей практически каждый день. Вот тянется к ней рука, потому что запах у нее настолько легкий, настолько свежий, настолько вкусный, что вот сейчас он подходит идеально под мое весенне-летнее настроение, хотя с погодой у нас совсем не весна, не лето, что-то затянувшаяся ранняя весна, так сказать. Но вот этот аромат помогает мне приблизить те эмоции летние, которые обычно испытываешь в теплую солнечную погоду. Аромат на самом деле достаточно простой, но в то же время вкусный и интересный. Фруктово-цветочный. Это аромат. В общем, девчонки, попробуйте. Я думаю, что многим эта водичка понравится. Она не приторная, не сладкая. Она вот именно легкая, весенняя, свежая, как и заявляет нам производитель. Еще в этом каталоге также есть, в новом, 8-м каталоге есть также ароматизированная страничка. Можно заказать пробник. В принципе, я думаю, вас не разочарует многих эта водичка. В общем, советую попробовать. Очень вкусная. Далее заказала я себе 2 лака из новой коллекции The One. Вот так вот 2 цвета выглядят. Это у меня клубничное суфле. Клубничное суфле и сливочный ирис. Вообще представлено в каталоге вот такое количество оттенков. Достаточно классические, универсальные оттенки. На мой взгляд, мне, вот лично мне, не хватает каких-то весенне-летних, мятных, синих, голубых, желтых, вот таких вот оттенков. Коллекция, в принципе, состоит, как вы видите, из классических розовых, красных, бордовых, темных и коричневых оттенков. Вот, ничего такого сильно выдающегося нет, но производитель заявляет, что лак будет держаться до 14 дней. Не могу согласиться с этим утверждением по той простой причине, что ногти у меня сейчас находятся в очень не очень состоянии, в общем, в очень плохом состоянии, они слоятся, они ломаются, особенно вот второй, первый большой палец. И поэтому, конечно, на таких ногтях никакой лак и даже гель 14 дней держаться не будет. Я сейчас активно лечу ногти, пытаюсь их восстановить, пью витаминчики всякие, вот. Но скажу в целом, лаки мне очень понравились, и оттенки красивые. Кисточки, как заявлены, сейчас покажу, они вот такие вот, широкая, плоская кисточка, которую удобно наносить, покрывает практически весь ноготь. Цвета, вот конкретно вот этот цвет, ложится с первого слоя плотным слоем, покрывая весь ноготь. Сейчас я вам покажу его на ромашке. Вот так вот. Покрывая весь ноготь, не полосит, ложится ровным слоем. Вторым слоем делает цвет более глубокий.
этот цвет похож на цвет из основной коллекции Oriflame, дымчатый бежевый. А этот называется сливочный ирис. Все артикулы я, как всегда, оставлю внизу. Второй цвет розовый. Сейчас покажу вам его на ромашке. Это такой похож на барбишный розовый цвет. Такой вот. Тоже очень красивый, вот он такой весенне-летний, яркий, на ногтях смотрится ярко, камера немножко его приглушает, на самом деле он немножко ярче, но на первый слой он может немножко полосить, второй слой покрывает плотно, ровно и красиво, без полос, без пузыречков, без ничего. Довольна я этими лаками, хочу в дальнейшем приобрести еще себе пару-тройку цветов, а возможно собрать и всю коллекцию, пока не знаю, пока вот лечу ногти и на лаках остановилась. Для лечения ногтей я взяла у Oriflame такую вот штучку, называется она, я не помню, как она называется, это, в общем, вот такое вот лечебное средство против слоящихся и ломких ногтей, по-моему, оно называется. Артикул также оставлю внизу. Это такая молочного цвета, лак молочного цвета, который в 2-3 слоя дает цвет вот такой вот. В принципе, красиво смотрится на ногтях, особенно на летом, на загорелых руках. Такие цвета всегда выигрышно смотрятся. Пока я никакого положительного результата от нее не заметила, но пользуюсь не так давно. Скажу только, что вот эта штука на слоящихся ногтях держится максимум сутки и приходится практически ежедневно наносить новые слои. Но что не сделаешь, чтобы ногти стали крепкими и здоровыми. Потом скажу полностью свой отзыв, когда уже закончу ее до конца. Пока я результатов положительных вот за неделю использования не наблюдаю. Далее, средство для ног. Это такой дезодорант для ног жидкий из новой серии у них. То есть вот водичка пшикается на ножки. Утром перед одеванием обуви, перед одеванием там носочек. Запах у него, скажу честно, меня не сильно вдохновляет. Он такой цитрусово-лимонно с горчинкой. В принципе, он приятный, не отталкивающий, но я не скажу, что вкусненький-вкусненький. Просто запах лимона и лаванды написано. Возможно. Вот. Сохнет быстро, вот не знаю, содержит ли, да, содержит алкоголь, содержит спирт, поэтому и быстро сохнет, но также содержит всякие масла ухаживающие. В принципе, мне нравится, он охлаждает приятно ноги, когда вы пшикаете им. Буду пользоваться летом, и когда в жару ноги будут уставать, очень приятно будет пару раз пшикнуть на ножки, также, чтобы охладить их. Далее взяла, было по акции две упаковки, но у меня мама делала заказ и напутала немножко. Взяла себе вот такие матирующие салфетки, получилась только одна упаковка. Две упаковки там шли, по-моему, по 100 рублей каждая. Ну, ничего, в упаковке 50 штук, салфетки вот такие вот широкие, это матирующие салфетки, и очень тоненькие, вот таким зелененьким цветом, в принципе, захватывают большую поверхность, хорошо впитывают, хорошо справляются со своей задачей, хорошие салфетки, мне понравились, несмотря на их довольно-таки высокую стоимость одной пачки, которая получилась у меня, по-моему, 150 рублей, за 50 штук, это достаточно дорого, можно найти и подешевле, но салфетки хорошие, и если получилось по акции, было бы хорошо, но вот немножко напутали при заказе. И взяла я очередную ребенку щетку, вот такую щеточку я ей беру,
Она еще упакованная. Вообще у нас щетки очень быстро расходятся, потому что они очень быстро становятся вот таким вот ромашкой такой пушистой, потому что она их, помимо чистки, она их еще активно грызет, жует эти щетки, поэтому они у нас там раз в месяц я точно меняю ребенку щетки. Ну и это и гигиеничнее. Вот, для ее молоденьких зубков. Это мне эта щетка нравится еще и тем, что внизу у нее на ручке две такие присоски. Она в ванной, когда сидит, очень любит играть этими присосками. Она может и вертикально вот так к ванне присасываться, и вот так может присасываться. В общем, ей это очень нравится, она с ней и играет. Вот, взяла себе про запас. Все, это были все покупки. Вот такой небольшой заказик по каталогу Oriflame. Уже формирую новый заказ по 8-му каталогу. Есть у меня там заинтересованные продукты. Если вам было интересно, я очень рада. Спасибо за просмотр. Увидимся скоро в следующем видео. Пока!